сегодня я хочу поближе показать. Вот такой вот бордюрчик, как бы окантовочку, которую я сделала для своей шали. Вот смотрите, как хорошо, как аккуратно получается краешек. Вот такой вот крепкий, он не растягивается. Вот этот краешек, он вяжется на самом деле очень легко из 4 петелечек. Вот у меня на спице уже 4 петли, но если вы только начинаете, то вы просто набираете самым элементарным способом цепочку из 4 петель. Вы набираете, подводите к краешку вашего изделия, которое вы хотите вот таким вот образом обвязать, да, вот, например, ваш краешек, и провязываете сначала 4 петельки, которые вы набрали. Вы их просто провязываете, и потом вот первую петельку, к которой вы подошли, к самую первую, вот ту самую, которая или наборный край, да, или закрытый краешек образовала, и вот под этой петелькой, под ней, вы протягиваете вашу ниточку, таким образом захватывая первую петельку вашего основного изделия. И у вас получается 5 петель в этот момент на спице. Переворачиваем изделие. И мы должны провязать сейчас эти петельки здесь, с обратной стороны. Первую петлю мы просто снимаем, так же, как и при любом другом вязании. Вторую петелечку провязываем, третью провязываем. И вот смотрите, остаются у нас две последние петельки. Если мы их каждую провяжем, то у нас пойдет увеличение петель. Нам это не нужно. Нам нужно оставаться, чтобы вот наша окантовочка всегда содержала 4 петелечки. Для этого нам необходимо сократить. То есть мы эти две петли провяжем вместе. И таким образом снова приведем вязание к 4 петелькам. Вот смотрите, то есть мы всегда, каждый раз будем последние две петли сокращать, чтобы у нас оставалось 4 петли. То есть мы переворачиваем снова на лицо и снова провязываем 4 петли, свои вот основные петельки. И опять выделяем следующую кромочную, вот эту окантовочную петлю, и снова под ней вытаскиваем новую петельку. И опять провязываем. Первую петлю нормально провязываем, вторую петлю нормально провязываем. Последние две петли снова вместе. То есть сокращаем ту самую, которую мы петельку набираем из нашего изделия. Мы ее же и сокращаем потом в последних петелечках. И вот мы 4 петелечки опять провязали. И снова очередную петелечку мы поднимаем из нашего краешка. И вот таким вот образом вы идете ровненько. Все время у вас сохраняется одинаковое количество петель. И вот такой вот хороший ровненький краешек.